Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-герои. Так, ну что, громкое событие, давай начнем, наверное, с него. Посмотрим, что тут за заданием. Сердцемет быстро выходит из-под контроля, если с ним быстро не разобраться. Уничтожьте его как можно скорее, чтобы получить докторскую по зомби. Так, и буду я играть за супермозга, получается, да? А раз мне нужно уничтожить сердцеметы, значит мы играем. Ага, ага. Так. Ну поехали. Мне кажется, он сейчас его щелкнет, друзья мои, на самом деле. Вот такой вот он гаденыш, друзья мои. 3-2 будет, да? Что мы можем сделать? Я могу, в принципе, уничтожить через вот этого. Нет, лучше, наверное... Блин. А если он сделает 1-1 по земле? Ладно, сейчас посмотрим, ребят. Ха, ничего не стал делать. Ну и лопух. Значит, мы его сейчас уничтожим, ребят. Конечно, мы потеряем гробовщика. Но, тем не менее, сердцемет этот... Больше нам мешать не будет. Так, а дальше нам, наверное, лучше вот этого поставить, парня, да? Черт, тебя подери. Не все так однозначно, ребята. Два в лицо, ну, неприятно, конечно. Давай так сделаем. Ага. Смотри, что делать, ребят. Разгоняется. Офигеть. Блин, меня раздражает вот это. Слушай, два подсумок сейчас влепит. А давай так попробуем сделать. О! А, у нас блок работает, друзья мои. У нас работает блок. Но все равно 4 в лицо, это же неприятно. Этого я могу бомбануть. Давай так вот сделаем. Ну что он предпримет? Совсем, друзья мои, плохи мои дела. Совсем плохи мои дела, да? Если я выставлю этого, он бомбанет по разику всем. У него есть могилоед? У него может быть, ребят, могилоед. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, еще 4... Неужели пробьет? И как тут сделать?
Да почему ты так... Я надеюсь, ребят, про... все-таки, что в блок. Сейчас два в лицо. Ну, не повезло, ребят, не повезло, блин. Если бы вот не вот два в лицо, возможно, мы бы выиграли, возможно. Потому что на следующем ходу я бы выставил бы вот этого, и мы бы ему пробили бы табло. А тут, видишь, не получилось, к сожалению. Так, ребят, нам нужно нанести 20 единиц урона бабахом и 20 единиц урона заморозгом. Ох, сейчас будем пыхтеть. Сейчас я буду тут... Нет, ну бабахом, ладно, бабахом я еще смогу нанести, но заморозгом... А он как раз у нас стоит. Давай, начнем с него, блин. Друзья мои, у меня плечо болит уже, блин, я не знаю. Недели две, очень сильно болит плечо. Вчера аж начало так хрустеть сильно, что я даже сегодня на тренировку не пошел. Так, у нас довольно интересная колода. Ну тут, видишь, тут у нас розочка. Ну что, проверим на вшивость. Она не стала ничего делать. Опа. Неужели будет сейчас замораживать нас тут? Ха, в козла превратил. Потратила. Ну, я думаю, что... Да я не буду даже тратиться здесь. Проверим, ребят. Посмотрим. Так, что мы сделаем с тобой? Наверное, сделаем вот так вот. Не очень приятно, конечно. Блин, сейчас превратит в какую-нибудь соплю. Или этого, одну из двух. У него минус... Он заморозку наверняка, ребята, вытащил там. Как пить дать? Угу. И с этого и заморозка, да? Все? Ага, еще заморозка. Ребят, сейчас мы этих говняков замораживаем всех.
Вот так вот. Я не знаю, сколько у него там много заморозки, ребята. Пробьем, наверное, да? Кого тут сдует? Только не сдувай вот этого, пожалуйста. Идеально. Подбили этих гоминерей. Жалко, конечно, что этого уничтожили. Посмотрим. Так. Так, друзья мои, давай-ка так попробуем. Ага. Пу-пу-пу-пу. Что будем делать, ребят? Как нам надо этого гомяка бомбить? Так, ну заморозит он этого, ладно. Подбил. Блин, ребят, у нас 4 хп. 2 хп. Тяжело. Сейчас все зависит, ребята, куда попадет этот зомби. А куда бы он не попал, мы все равно кранты. Да, 2 в лицо. А было, было очень хорошо. Заморозки у него, жалко, кончились не очень быстро. Так, давай еще дальше поехали за, за заморозкой. Подожди, ребята, а почему у меня золотая лига 21 ранг здесь? Какой 21 ранг? У меня уже 42 или 43 ранг. Какой 21? Че они несут-то? Почему вот эта вот карта мне не выпала, а, ребят? Выпала бы мне эта карта в конце, и все, и он бы поплыл бы. Но нет. И опять роза. Я пока сделать вообще ничего не могу. Третий ход, у меня только лишь ландшафт вот этот вот. Ну
Ну вот что он предлагает. Ну давай так сделаем. Опять на заморозках. Твою достал уже, а? Надеюсь, блок сработает. Это уже бесполезно. Друзья, это уже бесполезно, тут ничего не сделать. От слова совсем. Тут ты хоть что, хоть замораживай, хоть перезамораживай. Даже если бы мы заморозку с тобой врубили бы здесь. Карты, видишь, что выпало бы. Я же говорил, что за заморозку очень тяжело мне будет пробить ему лицо. Поехали. Я никак не могу понять, почему золотая лига 21 ранг у меня здесь обозначена. Интересно. С Бонг Чой вообще, ребят, без понтов, блин, драться. Ну что это такое? Какие банки? Да вообще... Это что вообще за колода? Надо было делать позже немножечко. Какие банки? Я никак не могу понять. У нас какая-то старая колода, что ли, еще тут функционирует? Одних заклинаний куча целая, блин, а толку-то от них? Еще не могу поставить вообще. Потом еще в лицо. Пока не будем. Куда он скинет? Ну, красавчик, хотя бы сюда бросил. Как ты не вовремя. Ха-ха!
Так, друзья, сейчас будем смотреть, что это за колода такая. Нахрена мне столько банок, блин, я не могу понять. Заморозок столько. Это зачем мне здесь? Вот этот вот немножко непонятно. Ладно, давай немножко переделаем. Блин, их так двое. Ладно, фиксим. Слушай, у нас очень... Понял я. У нас очень много, ребята. Очень много карт. Четыре карты еще, которые можно добавить, да? Давай так попробуем. Немножко сам я изменил. Чуть-чуть буквально. Но у нас, видишь, в этой колоде нету маленьких карт. У нас в основном такие дорогостоящие карты. И поэтому пока ты до них доберешься, ну, это целая, блин, проблема. Ты видишь сам. 4, 5, 5. Жестко. Будем сдувать, если что, да? Стенарек ставим. Он случайно... Подожди, он случайно не на орехах не собирается, ребят? Давай коздуем кого-нибудь. Угу. Так, потом, наверное, поставим этого, скорее всего. Сейчас еще блок сработает, да? Нет, не сработал у него блок. Давай для проверки вот посмотрим. Уничтожает надгробие. Это хорошо, что я вот этого не поставил. Надо было сюда влепить. Че это тормознул? Че я тормознул, друзья мои? Ну что, еще раз проверяем. Хилку рубает. Хилочку рубает. Этого заморозим, если что. Даже там пускай не уязвимость сорвали. Так, 4 в лицо надо, да? 4, ну, в принципе, нормально будет. Thank you.
Ему нужно этого уничтожить, этого и вот этого. Трех. Лихил. Посмотрим, хил ему поможет здесь вообще. 6 в лицо. А мы пробьем, ребят, все, ему хана. Здесь сработало какое-то чудо небесное, ребят. Чудо небесное сработало. Потому что заморозку наконец-то пробил. Растение. Кстати, я вам скажу, ребята, следующее, что сейчас растения у нас рулят. О, смотри. Вот теперь все правильно. Так, подожди, а вот это неправильно, ребята. С какого перепуга он мне всего лишь сотку... Подожди, какой он мне ранг дал? 43-й, друзья мои, он 43-й. У меня кристаллов, вот я тебе сейчас... Вот, не веришь? Вот смотри внимательно. Я обычно играю, ребята, там, где-нибудь в свободное время на мобильном устройстве. На телефоне в данный момент. Сейчас я кое-что хочу глянуть. 43-й ранг, он правильно все показал. 43-й ранг. С какого хренуса ты мне поставил там 100 самоцветов? Вот объясни мне, пожалуйста, это. Вот это мне не ясно. Вот, смотрите, ребята, внимательно. Вот мой прогресс на мобильнике. Я не знаю, вам... Видно вам или нет, но тут вот крупным 1460, ребят. 1460 самоцветов. Какого хрена он мне здесь сотню ставит? Я не понимаю. Какого лешего ты мне поставил сотню? Я вообще-то хотел открытие самоцветов сделать. Ребята, может быть, если перезайти... А что смысл перезаходить? Ладно, короче, давай за бабаха сыграем. Нам нужно нанести 20 урона бабахам. И бабах стоит. И бабах уже стоит и ждет. Интересно. Почему он мне самоцветы не обновил? Уровень он подогнал, да, 43-й, как у меня и был. Но почему он мне не подогнал самоцветы, я не понимаю, ребят. И опять у нас тут, блин, великанус. Бабах с великанусом. Он своего пройдоху хочет поставить сюда, скорее всего. А, у него не может быть пройдохи. Фруктовый микс. Разгоняется. Для чего он разгоняется? Для чего, друзья мои, он разгоняется? Скажи-ка мне наконец. Энергию собирает, лопусы собирает. Проскок, ё-моё. Ах ты, смотри, у него охотничьи угодья, ребят. Мне надо
Что мне надо? Сейчас пойти на поставить, да? Давай так посмотрим. У нее заморозка? А, вон что стоит. Ну давай посмотрим так, ребят. Две единицы в лицо надо нам нанести. Пускай там выбирает, что хочет. Две единицы в лицо. Ему кранты. Да хоть ты тут запревращайся, тебе все равно кранты. Ну тем более, блин, ну так конечно будет, может быть похуже, конечно. Но тем не менее, смотри, сейчас бьет. У меня должен сработать блок. Смотри внимательно. Не пробьет же лицо, надеюсь? Нет. Раз и два. Все, до свидания. Баба. Включился, ребят? Могет, когда хочет. Блин, ну почему самоцветы, ребята? Вот мне это очень не нравится. Какие, блин, 110? Слушай, давай сделаем так, ребята. Я сейчас перезайду в игру. Может быть, как-то поменяется все это дело. Ну что, ребятушки, все исправилось. Как ты видишь, 1470 самоцветов. И мы идем с тобой за открытием паков. Так, мы с тобой в последний раз какой пак? Вот этот, по-моему, открывали. Или верхний, я уже не помню. По-моему, вот этот, да? Ну что, будем брать? Будем брать, друзья мои. Поехали. Спаков и открываем все. Блин, 8. Ну, слушай, необычных мало дали. Есть шанс. Ты издеваешься, что ли, блин? Он мне начинает, ребята, втюхивать редких. Да, ребята, редких мне втюхал сюда и мега редких. По итогу все. Самый наихудший, по-моему, открытие карт, ребят. Вообще. Я понимаю, конечно, что там очень мало легендарных карт, но извините меня, ребят, но не настолько же, блин, мизерно ставить-то их. Это сколько у нас получается вообще этих? Сколько энергии, ребят? Сколько энергии я могу себе позволить купить какую-нибудь карту? У нас 2615. Я ни хрена не могу себе позволить купить. Понимаешь? Вообще. Груши, блин, эти. Вот этих бы хотя бы было бы 4. Но вот этого могу создать. Ну, или создать все-таки, ребят. У нас его нету. Давай создадим. А вдруг пригодится в каком-нибудь колоду, а, друзья мои?
Всякое же может быть. Он же притягивает к себе и наносит 3 единицы урона. Стоит всего лишь 2 единицы энергии. Я думаю, что где-нибудь да он пригодится. Особенно на ранних стадиях игры, когда надо кому-нибудь звездюлей провесить. Так, ну что, у нас по легендарным картам, по-моему, по легендарным заданиям абсолютно, ребята, все выполнено. Давай тогда мы с тобой просто пока поиграем. Чуть-чуть, буквально маленечко. И начнем мы, наверное, с Великануса. Давай попробуем за него. Хотелось бы, конечно, на новый ранг перейти, на 44-й. Но это хотелось бы, а уж как пойдут дела, ребят, я не знаю. Время, блин, первый час, завтра на тренировку идти. Надеюсь, у меня все пойдет. И что, болеть не будет, хотя такие сомнения у меня. Жестокие. Да ну что это такое-то, ну... Я не буду его пока ставить, ребят. Я его буду ставить через вот эту вот. У него могила еда не должно быть. Не то, что не должно быть, у него его и нету. Мы даже сделаем все немножко по-другому. Вот так. Правда, блин, бомбанет сразу же. Он, по-моему, на горохах будет играть, да? Че, у тебя карт нет, что ли, парень? Нахапал ты карты, конечно, здоровски. А почему я не могу сюда поставить? Почему я сюда не мог поставить? А, потому что он в надгробии, ребят. Естественно, надгробие я не могу поставить. Сейчас либо захомячит, либо еще что-нибудь сделает. Нам надо карту брать. Он хочет разогнаться. Блин, сейчас сработает блок. Сработал. Кукурузу хочет, да, ребята, он выставить, я так понимаю. Он хочет выставить здесь кукурузу. Ну, этого выкидываем сразу же отсюда. Если что, блин, потом-то чего? У нас с собой ничего не осталось. На одну карту дороже. Блин,
Ну тут я, наверное, проиграл, ребят. Я, правда, не знаю, кто здесь у нас. Сейчас посмотрим. Ну... Блин, как мне вот это... Пожарный! То есть мне сейчас придется еще убирать кого-то, да? Стоит, блин, охламон нечестный. Я так и думал, что примерно такого будет ракурса что-то. Давай этого выкинем отсюда. Как думаешь, переживем мы вот эту вот атаку? Пережили. Как ты, блин, вовремя, твою налево, блин. У меня прям слов нет. Не знаю, друзья мои, у него там дофига чего есть противного. Три бонусных атаки. Да что этому, все равно бы, ребят, проиграли бы. С тремя бонусными атаками. Ты видел, сколько он набрал всяких лечек, херечек? Великанус, давай-ка мы тебе заменим, знаешь, на кого? Вот на этого парня. На разгрома. Ранг нам, ребят, пожалуй, сегодня светит. В кавычках. Ну, естественно, как только разгром начинается, против него вот это вот Бонг Чой, зеленая трава, блин, у дома. Другого мы с тобой просто, блин, не заслуживаем. Ореховый придурок, да? Да, наверное, пока ничего не будем ставить, ребят.
Он тоже ничего не ставит. Что у него заморозка, как думаешь? Я не переживу этот удар. Ну а этому огурцу-то кранты, это однозначно. Тут даже к бабке не ходи. И этому тоже кранты. У него может быть, ребята, ураганчик. Вот у него чуще. Блин, ну три или меньше не получается. Ну чё так, блин, полоса там медленно, блин, набивается. Ну ёпрасоте. Я не удивлюсь, если, ребят, сейчас будет ураган. Не ураган, тут немножко похуже, блин. Неужели пробьет, а? Начали игру, блин. На каком-то вшивом орехе, ребята, тормознул, блин. Вот, дали 6, 7, 7, блин. Придурочный, блин. На одном орехе, блин, зациклился и все. Просто зациклился на одном орехе. Ничего сделать не смог даже. Вообще, блин. Ему дали орех, блин. А мне ни хрена не дали, блин. Ладно, будем сейчас, блин, пробовать еще. Ну вот нахрена мне вот это вот. Пять, семь. Пять, семь, блин. Ничего толкового, ничего путевого не дают, блин. Ну что, у него микс может быть крутой, но мне кажется, он вряд ли будет, ребята, использовать. Мне так кажется лично. Сейчас заодно посмотрим, есть у него два в лицо. Ну, два в лицо-то он, наверное, не будет делать. Он будет, скорее всего, сюда бомбить. Или минус один-один по земле, либо терновый куст. Вот что он делает. А что он хочет сделать-то, я не знаю, ребят. Кого он там хочет посадить? Ладно. На всякий случай этого уберем отсюда. А потом вот этого ставим. Ребят, а что еще-то? Если у него, конечно, такого хламона еще одного не будет. Давай смотреть. Потом, если выживем вдруг. Так, смотри. Он молекулярку, ребят, хочет влепить. Угу. Ну и куда он будет сдвигать?
Это, кстати, было самое тупое, что он мог сделать сюда. Ладно. Давай еще поставим одного. Угу. Поехали. Так, 2, 4. Это. А, мы все, ребят, мы его сейчас разнесем. Манипулярка, гаденыш, а? Ты посмотри. Разыгрался, блин. Паршивец. Давай еще разочек. Тут вроде бы нормально так вышло все. Более-менее, так скажем. Причем даже гаргантологов не было у нас. Блин, ну вот опять. Гаргантологов не было, которые бы... Вот этот, ребят, гаргантолог, если знаешь, этот стоит нам всего лишь 3 единицы, понимаешь? Всего лишь 3 единицы энергии стоит. Причем он дает для остальных всех зомби безумие. То есть, как бы, ну, то есть, понимаешь, как бы круто это получается. А как думаешь, есть смысл? Я думаю, что нету. Где гаргантологи, твою налево? Ты издеваешься сейчас просто надо мной, да? Так, хеллоу. Хеллоу. Давай-ка сюда поставим пока. Не знаю, заморозка там будет или еще что-нибудь. Все посмотрим. Но не надо, вы... Долбанутый, ребята, реклама вылетела там. Рикошет. Давай вот этого вот, рикошет. Да мне не надо вот этого вот, блин. Заморозку влепят, ребят. Совсем дело дрянь, блин. Один удар в лицо и мне кранты. В принципе, ребят, бесполезно уже тут драться.
Да, тут бесполезно. Если, конечно, какой-нибудь не зомбот тут выпадет, чисто случайно, не знаю, каким-нибудь залетной мухой. Все, хана. Можно было бы... Помнишь, как мы давно-давно-давно играли против какого-то персонажа, друзья мои, и зомбот вот так вот выскочил из этого, и, соответственно, всех моих разнес, и при этом он еще выиграл. Умудрился выиграть. Я такое помню. Но это, ребята, не про мое везение. Это не про мое везение, говорится. Так, давай это уберем. Ну вот, опять же, ребят, опять же, вот 25, блин. Дают все слишком, блин, дорогущее. В этой колоде есть дешевые карты, но мне всегда почему-то дают дорогие. Эта колода у меня на гаргантюахах сделана, но, видишь, он хочет, что, за этот комочек поставить? 100% у него на заклинашках, ребята. Он заклинание копит. Он еще выстрелил. Выстрел в херню какую-то, которую нам нужно было уничтожить. Ну, он выставляет одного за другим. Все у него там на доборах и на прочей ерунде. Давай так сделаем. Сейчас что-то неприятное ему поставит. Угу. Семь четыре в лицо сразу же. Давай так сделаем. Ну, у него, видишь, бонусная атака может быть, ребят. Жук. И этого сюда же, да, подставит? А что не сюда-то? Я не знаю, где. Все, ханачится, ну все. Я тебе говорил, что он будет, блин, копит энергии на следующую атаку. Быстро. Быстро он меня тут разнес. Были бы у меня могилы, именно могилы, против могилы, ребята, капитан Огонек слаб. Ну, это как всегда, были бы, не были бы. Еще, ребята, одну игру за это. Вот, вот, нормально пошла, ребята. Вот она, камни, все есть, блин. Вот так надо начинать игру, а не, блин, с этих, с гаргантюа. С самых здоровых, блин, и мощных. Все, начинаем потихонечку играть. Первым вот это вот. Очень попроще бы, блин, дал бы. Даже не стал, ребята, гаргантолога этого вызывать. Не вижу в этом пока смысла. Этого убираем. Значит, если он бобовый выстрел, значит будет всегда бабами играть. Замораживать собрался, да? И этого тоже будет замораживать? Не стал. Ну, в общем, мы уже знаем, ребят, что он собирается играть на заморозках. Самое простое, что это сейчас попадет в блок. Этот сможет заморозить, наверное, его, да? Или бусины свои бомбанет. Рикошет. Давай вот этого рикошет. Вот этого рикошет. Вот этого рикошет.
Сколько он стоит? Мы, в принципе, можем его... Можем же, да? Можем. Уничтожить его. О, еще хорошо даже. Даже так лучше будет, ребят. Но у него еще наверняка есть груша морозная, скорее всего, ребят. Вот она. Вот она. Трать, трать. Жалко, мы уже, конечно, выкинуть не сможем. А вот теперь надо подумать. Он же будет уничтожать, да? Давай, наверное, я вот так, ребят, поставлю. Я думал, что он будет замораживать нас. А он, видишь, как начинает. Давай так попробуем. Заодно посмотрим, ребят, сколько у него там заморозок еще осталось. А у него хватает. Ну ладно, этого бомбанет. А потом я вот этого поставлю. Я поставлю блок. Заморозка не прокатила у него, ребят. У него слишком мало было этих. Как это называется? Подснежники. Подснежников слишком мало у него было. Поэтому нам тут чётенько, как говорится, повезло. Да и начали мы нормально, ребята. Начали нормально. У нас, по крайней мере, был гаргантолог. Был зомби, который выдает карты. То есть... Блин, вот здесь будет похуже все. Блин. Тут похуже, потому что это, ребятушки, бонг-чой. Гаргантолог есть, а гаргантюашек у нас нету. Поэтому тут от него толку мало. Единственное, что есть, только прикрыть жопу себе каким-то чудом, не знаю каким. Пока. У него уже может быть бонусная атака, да, насколько я помню. Блин, он...
меня нет за 4 ничего, блин, абсолютно, ребята. Пошел вытягивать карты. Блин, гаргантолога подобьет меня, блин, паршивец. Я не смогу вот этих вызывать. Не смогу, ребята, к сожалению. Вот так вот только если сделать на первых порах. Ореховый чучундрик вышел. И сколько у него там? Угу. Не, ну в принципе хорошо, что сюда будет бомбить. У нас, по крайней мере, блок сработает. Я надеюсь, что он сработает, друзья. Иначе будет кукуха неприятно. Давай так сделаем. У него бомба, да? Две бомбы на двух сразу же хватит у него. Ох, ё! Блин, сейчас, ребята, как врежет мне бонусной атакой, да? Вот это будет круто, это будет весело. Я вам вытягиваю карту. Вот смотри, как ты думаешь, у него могила ед есть? Давай проверим. Он сейчас сюда кого-нибудь, ребята, может поставить с 6 единицами урона. Могилоед есть, ребят. Все, это крах. Это, к сожалению, крах. Видишь, и не было у меня вот этой штуки, которая уничтожает. Блин, пипец. Давай кого-нибудь другого, ребята. Кружимся вокруг да около. Давай попробуем за бессмертию. Я подгонял под нее, ребята, колоду одну, которая на заклинашках работает. Я, правда, честно говоря, не знаю, это она или нет. Сейчас посмотрим. Ну, тяжело мне за нее играть. Сразу скажу, как и за Нептуса. Тяжело. Давай так попробуем. Лаборант у нас тут есть. Бомчу универсальный. Он, ребята, работает на доборах карт. Понимаешь, у него там огурцы, там подобная всякая шваль. Вот. А под огурцы у него идет банановый дракон. Тут банановый дракон идет. Картофельный страус этот. Ну и все в том духе. Я думаю, ты понимаешь, да, о чем я? Видишь, у него есть могила еды. С одной стороны, может быть, оно и хорошо, что он уничтожил. Потому что этот у меня в колоде еще есть. Две. Ну, этого мы лишим, ребята, возможности попадать по нам. Сейчас посмотрим, есть ли у него еще могилы.
Давай я пока пропущу. Два и два, четыре, да? Нахрена мне столько бомб-то надавали? Так, ну этому кранты, ребят. Этому кранты, этого можно уничтожить. Угу. Еще и бонусную атаку делает. Так, погнали. Что дальше мы делаем? Это пока меня вообще не колышет таким образом. Как он достал, а? Ну ладно, сожрал могилу. Хрен с ним. Хильнулся решил, да? Окей. Очко, очко дрявое, просто сыкло, блин. Просто сыкло, ребята. Так, ну что делаем тогда? Наверное, делаем следующее. Вот так вот. Просто очко, ребята. Дрявое очко, блин. Так, хорош. Посмотрим. О, нормально. Так, у него 2,2, наверное, может быть по земле. Так, роза мне. А, он цветочки есть, только выставлять будет. Цветочки он будет выставлять. Да, не особо, конечно, приятно, ребята. Карта у меня практически не осталось. Угу.
Так, посмотрим, есть у него там еще роза. Смотри, сейчас двойника. Ага, вон что. Крафт. О, два разгрома, ребят. Два разгромчика, друзья мои. Как ты запарил, а? Ну, по крайней мере, знаем, ребята, что могилоеда больше нет. Так, давай сюда переходи. Переходи, передвигайся сюда. Так, ну что, ребята, у нас остается еще один разгром. И я думаю, что на этом у него карта кончится. Куда ты переместился-то? Ну, сюда все-таки, да? Эх, сейчас, ребята, какую-нибудь карту паршивую возьмет. Так, отличная карта. Ох, ох. Смотреть. Шаманство. Поехали. Так, сейчас у нас здесь гаргантюшка появится. Какой-то, не знаю пока. Отличный гаргантюшка. Так, его, конечно, подобьют. Он же уничтожит его. Хорошая, хорошая была битва, ребят. Мне прям понравилось. Бессмертие тут выкрутилось. Против бунчуя, ребят, ну там это того стоило. Давай еще разочек, еще партийку. Что-то кофейку хотел зряпнуть на радостях. Блин, опять этот пень сталеросовый явился к нам. Явился, блин, не запылился. Ну вот то уж, вот это вот только радует меня. 2 и 2. Ну это пень. Ребята, а он не любит, знаете, что не любит пень? Пень не любит у нас. Да хрена, что не любит пень. Бонусная атака, да? Тебе все равно кранты, хоть ты тут что делай. Я его уничтожу, ребят.
нашу вуаль. Как мне его, ребята, бомбануть-то сейчас? Наверное, вот так вот, если только. Он сейчас через бонусные атаки, наверное, будет играть. Или же прокачивать его будет. Прокачивать все-таки будет, да? Сейчас посмотрим, кто здесь вылупится. Ну, он его, естественно, тоже хряпнет. Как же ты голодный, Гаргантюа. Ну, опять же бонусная атака, ребят. Угу, бонусную атаку готовит. А мне что сделать? Ни бомбы, ни хрена. 8-8-16, все, ребят, нам кранты. Твою налево. Сейчас плевок. Ну, тут быстро вообще. Блин. Опять же, ребят, повторяю, не было надгробий. Были бы надгробия, бы, конечно, бы он быстро бы... Хотя, подожди. Слушай, а он уничтожал меня? Нет, по-моему, не уничтожал надгробия. Не было такого, да? Ну, такая быстрая, неинтересная битва, ребят. Интересно, когда вот было у нас до этого с бомбчей, вот это было прикольно. Что опять? Вот я почему-то на банановых драконах, ребят, не могу играть. У меня не получается моментально. Слушай, давай здесь так, наверное, сделаем с тобой. Чтобы карту вытянуть. Пенек все равно нам пока урон не нанесет. А карту достанем. Давай пока пропустим. Давай так сделаем. Задуев. Я, наверное, пока пропущу. О, прекрасно, ребята. Через бонусную атаку сейчас мы с тобой сделаем здесь вообще прекрасно все будет. Карт надыбали. Шикардос, просто шикардос, ребят. Да я думаю, что пока нам ничего здесь не надо делать. Ну, он поставит, наверное, целую тьму, тьмущую всякого барахла, скорее всего. Да?
Давай так сделаем. Может, конечно, прикроется пеньком, пенечком своим. Ну, 5 энергии он может сюда... Ну, чего поставить? Он же дает... Ах, вот еще как. Да пропущу я пока ход, ребят. Все, да? Минус один, да, получает? Ну кого ты взял, а? Да, получается. Давай так попробуем. Так, орехи. Ах ты, сдался. Сорок девятый ранг, по идее, ребята. Ну, как-то у него то ли не получилась игра. Я так понимаю, эти орехи должны были быть у него. Он хотел орехи покачать на 4-4, да? Чтобы все у него тут было 4-4 в идеале. И после этого, конечно же, мне, как говорится, вот так вот навтюхивать. Но у него не вышел фокус. Так, ну что, ребятушки, давайте дальше продолжать. Опять же, 3-4. Кислотный дождь. Но это против грибов хорошо, ребят. Ну, естественно, и здесь гриб должен, блин, стоять. Твою налево. Нет, парень. Об этом забудь нафиг. Смотри, чего творяет, а? Давай так сделаем, посмотрим. Сейчас либо фруктовый микс, либо еще что-нибудь. Ага.
Что это за... Блин, мне чтобы этого хила... до хила дожить. Ну, в блок давай. Там, блин, блок. Ну, у него 100%, друзья мои, фруктовый микс в кармане есть. Две штуки. Я предполагаю, что две штуки должно быть. Угу. То есть мне тут не выкрутиться, да? Получается. Если у него в кармане микс, друзья мои, фруктовый, то мне кранты. Блин, вот это мне не нравится. В блок. Блин, что там выкинет? Эй, ребятушки, тут сейчас, если он влепит мне... Сейчас прикинь, мы ему в блок, и хила не будет, ребят. Ублюдок! Просто ублюдок, понимаешь? Ублюдок, ребята. Засандалил в блок, чмо болотное. Вот это вот, вот это вот, вот это вот чмо болотное засандалил ему в блок, блин. Прикинь? Тварь безмозглая, блин. Никогда-нибудь, нигде-нибудь, именно сейчас, когда у него там было это, под вопросом, в блок или не в блок. Нет, он ему, блин, всандаливает прям... Ой, чмо, блин, а. Ну, просто чмо, друзья. Все, я уже не соображаю ничего. Надо, блин, ложиться где-то. Бэнки. Такой дурень вообще, блин, просто. Да, бы сейчас бы хинулись бы, Егоря бы не знали, ребят. Понимаешь? Егоря бы не знали, но... Что вышло, то вышло. Есть это могилоед. Нет, у него немножко другое, да? У него хил. Yeah.
этого, в принципе, мы и шлепнем. Угу. Уже не знаю, что тут попридумывать, да? Он превратить, конечно, может его. А, у него еще одна будет, да? Кукурузина, блин. А, нет. Ну, факт в том, что мы хренемся хотя бы. А вот кто там у него сейчас будет, я не знаю, блядь. Сейчас будем смотреть. Угу. Да ладно, хиляться решил. Ну, давай хиляться. Так, ну что, друзья мои, заклинашку. Hey!
Так. Чтобы тут не баловался больше с хилами своими. Угу. Ну, сейчас этого превратит, наверное, или заморозит, я не знаю, что, в козла. Карту взять. М? До свидания. Вот, ребята, хороший бой. Нет, я, конечно, не спорю, что быстрый бой тоже великолепный, ребят. Но мне нравятся вот такие вот. Действительно, борешься. А не просто бум-бум-бум по невезению проиграл и все. Ну что, друзья мои, я хотел в новый ранг попасть. Но, как ты видишь, не попал. И давай добьем все-таки сердцемета этого, что у нас не получилось в первый раз. Сейчас добомбим его. По крайней мере, нам уже приблизительно известно, что почем. Угу. Ну, мы, по крайней мере, начали. Немножечко не то, конечно. 1.5, ну как-то такое себе движение. Конечно, блок. Но... Если что, друзья, мы кровожадность есть. Блин. Оу, 7-2 в лицо. Ё-моё, а сфигали 7-2-то? Ладно, у нас есть бомба, друзья мои. Если что, мы его уничтожим. Блин. 7-2 мне совсем это не устраивает. Вариант такой. Шваркнуть. Бездаря, блин. Чмошника, блин, так скажем. А, понял. Так, подожди, давай вот так вот сделаем. И вот так. Наверное.
кого превращаешься? В осьминожку. Ага, я же вспомнил, да, друзья мои? Блин, он же сейчас меня звезданет. Я так и думал, ребята. Я так и думал, что звезданет. Вафель, а? И у него еще один такой есть, насколько мы помним. Так, раз, два. Слушай, ему надо... Смотри, что делает. Смотри, что делает, тварь, а. А, у нас эти выжили. Этот не вылез, блин. Че, неужели опять сфейлимся, блин? А это все цветочки, да, насколько я понимаю, ребят? Это все цветочки, да? Вот это я сейчас тормознул, ребятушки. Ох, я сейчас тормознул. Ох, я тормознул. И как мне, блин, нанести два... Так, все, хана нам, да? Пипец, ребята, просто три в лицо. Ну тут, я не знаю, тут просто по-ублюдочному. Я уже и так и всякий. В тот раз он нас разбомбил немножко по-другому. В этот раз он нас на цветочках, на розах вшивых разнес. Все, ребятушки, давайте закругляться, всем удачи и до новых скорых видосиков.